Привет, Виктор. Чернявский второй раз записываю это видео, потому что я вспомнил про Германию. Ну, то, что ты сейчас работаешь и живешь в Германии вместе с женой, а вот сейчас ты просто, находишься в городе Далгбус, просто приехал по делам и скоро обратно уедешь в Германию жить и работать. Но сегодня я хотел поговорить про сегодняшний день, потому что я тебе пришлю это видео, и ты посмотришь, и посмотрят все мои подписчики, которые, обычно смотрят все мои видео. В общем, спасибо тебе за сегодняшний подарок, за вот этот вот внешний микрофон. И специально для тебя я сниму еще одно видео, где я буду, в общем, тестировать звук, то есть внешнего микрофона, потом просто другого микрофона и специальная еще программа Sound Record, и чтобы ты видел разницу качества звука, в общем, специально для тебя, и чтобы было просто видео на моем канале. Вот, и что еще хотел тебе дополнительно сказать, чтобы не переснимать это видео третий раз. Что тебе там сказать хотел? Ладно, ничего больше не буду говорить, просто уже всем буду говорить. Ждите мое следующее видео, и всем пока.